Это программа. Бля, негр, негр, подожди. Бля, скутер белый. И бомж, просто бомж читает рыбчину у мэрии. Это когда-нибудь... Магомед 97 читает рыбчину у мэрии в скине бомжа. Получурки, это что-то вообще, что-то. Ку, он пишет мне ку, он, видимо, знает меня. Не знаю, это, наверное, мой наркодилер бывший. Я колюсь. Он пишет SN, JK, бля, типичный бомж просто, который на транслите написал, стой. Сука, что тебе надо, что надо? Что тебе, мага? Магомед. Привет, маги, передавай. Ах ты, сука! И где Эш, спрашивает? Не было вообще аренд, я еле-еле ее нашел. Вот она одна стыд тут. Типа, бомж валяется полудохлый. Виктор. Я его сейчас выкину. Бабы какие-то трансвеститы, две. Подожди, Леха, мажоров ждут склеить. У нас сейчас война вообще будет за аренду. И из-за тебя просрал ее. Да из-за меня не пизди. Реально. Из-за вот. Тебя. Я поднял левую. Вы что творите? Бля, сам ПРП. Здесь больше лузов можно поймать с бомжар всяких у мэрии особенно. Здесь просто что-то творится. Так, надо зайти в саму мэрию, посмотреть, что там творится. Там по-любому кто-нибудь танцует. Я, к сожалению, этого не вижу, но, возможно, это очень-очень круто, Лёш. Ты да, вообще мне могу быть полезен? Валяется от смеха. Ни одной аренды нет. Если ты... сейчас мэр. Зачем тебе мэр, блядь? Дела срочной аренды... важности. Ни одной аренды, вы понимаете? Ни одной. Вот как так? Хочу устроить конкурс в случае важности. Подожди, онлайн-то упал, посмотри. 5 минут назад было 1000, а сейчас уже 800. Поняли, что надо уроки делать идти, наверное. Нет. Просто пойдей. Блядь, прошел. И кто-то стреляет обязательно у мэрии. Кто-то бегает с самотыком. Пойдей прошел. Все офф. Вот арест. Блять, сука, не перебивай меня, я снимаю. Да? А я тоже снимаю. Блять, багом еще убивают, что вообще творится? Типичный сам ПРП. Две транс... О, еще одна трансвеститка. Тёлка почём секас. Ой, бля. Тебя это тот же самый Магомед. Ну ладно, тем не менее. Это типичный просто сам ПРП. Заходишь, чтобы поймать дикие просто мемы, лузы, не знаю. Два негра. Зачем вы, сука, танцуете на пончиковской Пончик же на четырех дверке сюда приехал. Им же нельзя четырех дверки-то брать. Ну, смотрите, да. Как мы танцуем, подать его в блок. Кто на что способен? Это просто что-то. Перекрыть вход в банк своей машиной тоже умеем. Так. Богдан Потапов. Блять, в скине этого бегуна. Так. Без альта. Все, эта машина. Она уже двухдверная стала, сука. Что за читерство? Что-то тут нечистая сила тут вообще задействована, я уверен в этом. Так, Кити Капоне. Те, кто Капоне, я вообще не связываюсь. Илья. Илья. Все и бомж опять. Только он даже ошибку сделал в транслите. Насколько быть долбым у нас же в транслите. SNTJK вот это, да, сделать. А, это такс, наверное, в транслите было. Не знаю. О, менты. Попробуй ударить, все посадят. О, смотри, я ударил. И ничто не происходит. Что-то не такой мент здесь. Он должен был меня убить. Сука, я попал под анимацию. Этот мент сейчас поймет, что я его хотел... А, нет, не понял ни хрена. Странный мент, это не типичный сам пропышный. О! Ломка, я же забыл, что такое вообще ломка существует. Здесь все с ломкой. Баба, наркоман, кому такая нужна? Фу, шлюха. Так, инфернусы, давно не видел инфернусы. И то закрыто. Ну все закрыто. О, четырёхдверка, бомжи, надо сесть. Сесть на ферма 0. Пф, он пфыкает. Сейчас багом убью. Да пфыкаешь. Садись. Во-во-во, приехал чувак, сейчас убью багом. О, как неожиданно, чувак, извини. Так, что еще может тут сделать у этой мэрии? Помацал. Он только приехал. Во-во-во-во-во! Уйди, сука. Через пассажирку его выкину. Нет, через пассажирку. Да, сука, убить багом надо. Нет, не получится. Хули ты творишь, убегает с ломкой, чувак. Кто-то танцует четвертый танец или какой он там, ну, стриптист этот. Грубовец расстреливает, к нему приезжает кадет. Бомж садится в автомобиль, это тот же самый Магомед. Я сажусь с ним. Мы просим до автошколы, до фермы 0. 0.
Но никто нас не везет. Очень странно. Поздравляю кого-то тут. Все, баба ожила. Ломка прошла. Но это всего лишь сбив анимки. Все, богоюзинг. Все, кто на что горазд? Кто только что узнал, что такое анимлист? Мажор, скин донатерский. 5 кк он, да, стоит? Белый? Черный. Ву. Да, вот, опять самотыком. Он уже понял, что игра здесь нечья, и все, что остается делать, это бегать самотыком. Не узнаю себя в прошлом. И я тоже. Да. Так, вот бомжи, вот там скрытая ярость и страсть, так что я не знаю, что от них ждать. Вот едет пончик, но он не остановится. Так, кого тут еще можно багом грохнуть? К Мэри вообще лучше не подъезжать, потому что все знают, как багать грохом. Ой, блядь, грохать багом. Сука, багом грохать. Так, во-во-во. А, там никого нет. Баба села какая-то, Настя Макака. Это такой ник, короче. Так, менты. А вот, никто за руль не садится. Блядь, меня пиздят за то, что тукс какой-то там, блядь. Таких не знаю и не знал. Во-во-во, приехал, бомжей привез. Сейчас разберемся нахрен. О, не получилось. Что за хрень? В арендах-то тебя нельзя убить, идиотам пишут нам. Сука, не получается. Работает сват, в пизду тебя. Сейчас аренду сниму. Снял? Да. Едь за мной. По мне стреляют, правда. Сука, карджекнули нахуй. Говнари, сука, потлатые. 1500 отдай. Сука, и Магомед еще выпрыгнул. Менты, сука, что делаете? Взрывай, сука. Предатели родины, сука, расстрел, полурасстрел. Бля, иди вперед, полураспада. Говнораспада. Сука, бля, бомжи летят на скутере, еще сбили, сука. Как так жить? А того-то скинуло пассажира, но он не поймет это. Потому что настолько тут все лагает, что это просто жопа. Ой, сколько машин здесь, и никто не сидит за рулем, потому что знает, что у Мэри нет смысла сидеть за рулем. А вон мент, ну, надо было его грохнуть. Садись за руль, сука, Роман. Сядь. Ты же постовой. Обратно за руль. А то расскажу маме. Он не хочет садиться за руль. О, такси приехало, сейчас грохнем. А, там сидит этот говнюк. Давай. Куда? Да стой, сука. Ага, потлатый. Во-во, сел. Убивай, сука. Не получилось, сука. Что? Оглушили, да, хуй тебе? Че думаешь, не умеешь, что ли? На лоха, блядь, сука. Давай, садись, сука. Ты не дай бог сейчас все посадят. Ой, дай, угон ТС на. Да нужен мне твой, сука, тарантас обоссанный. Сука, я тебя убить хотел. Две звезды, давай. Я тут среди машин, ты думаешь, я анимку не собью, блядь. Умный самый. Сука, он уже потерял меня, блядь. В толпе негров он уже не помнит, как я выгляжу, блядь. Я за пальмой сижу. Этот мажор меня спасет, я уверен. Что-то он вообще заблудился, чувак, и все. Я побежал в фонтан. Тут вертолет работает, надеюсь, не убьет меня эта лопасть, нет. Не убило. Так, вообще ему насрать, он, короче, звездочек повесил, все. Так, ладно, возвращаемся на место службы своей. Ну, богоюзя. Богогагатун, блядь. Тише. Боголошка. О, садится бомжара за руль, походу, сейчас. Ага, блядь. Самый умный просто, блядь. Умники и умницы, сука. Вон, приехал. О, уберите ТС на парковку. А ты чё, сука, за мной, что ли? Узнал, что ли? Сколько лет, столько зим, братан. Не-не-не, ты ли это? Это не мне, надеюсь. И, блядь, он настолько тупой, что он, блядь, у него память 3 секунды рыбья. Забывает сразу все. Кроличья. Ну, вообще... Так. Ну, тут мясо, короче, у Мэри какая-то тусовка современная тут, блядь. Так, Стагасов, здорово. Хай. Ой, блядь, Суфет, сука, пидорасы, но нарпешные. Роман ебучий. Чё, наручники посадили? Хуй соси.
Нон РП. Посадили тебе? Блять, гандоны. Цуфет, я цуфет. Нон РП, сука, вы это видели, да? Сука, что происходит? А Офнус, я в тюрьме появлюсь уже цуфетом? Да ты дебил, Лёха. А если я, блядь, Офнус, цуфет в тюрьме? Да. Говори, суха. Лечи, 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 Вася. Офнис просто. Лечи. Офнус, я цуфет уже. А тебя сейчас все посадят разом. Дебил. Дебил, бля. Че я сделаю, сука? Он думает, что ему Тарантас его босса не нужен. Че, ну он, блядь, даже не садит меня. Он, сука, тупо мне дал наручники. Мне басоса. О, задавил. А, что-то машина подъехала какая-то. Во-во-во, меня увозят, чувак. Бил. Едь, сука, едь. Увози. Увози, за 100 морей, забирай меня скорей, за 100 морей. Я ведь взрослый бармалей. Сука, иди пизду свою побрей, мышкой не могу двигать. Иван Телогрей. Все, на ферму меня. Следи за чатом Рому этого Маслова. Отцу. У него ж фамилия Маслов, бля, у мента у этого. А, нет, это Рома Рошин, но все равно Маслов не бучи. Масленок обоссанный. Масло. Масло, сука. Оливковое. Залепивковое, сука. Сука, еще подрезают тут гандоны. Не вымерли такие динозавры. Он что, меня в воду, что ли, везет? Ты че, сука? Смерти моей хочешь? Лучше уж умри звездами. Вот! Ублюдок, он меня на обрыв привозит, смотри, чё, сука, упади, сука, вместе, сука, с машиной своей, блядь. Как она, эта машина-то, Сталион или чё, блядь? Дешёвая, эта Витас первая машина была ещё. Не помню. Да говно-то, Сталин вроде, не знаю, там 130 тысяч вроде она. Убогий кабриолет, это самый дешевый. Двухдверный-то, сука. Чё, эйджект, сука? Команду забыл, блядь, повез дальше, нахуй. Сука, видимо, понял, что у меня настолько стальные яйца, что они не могут меня это из машины как бы. Ну, противовес происходит такой, и просто машине прибило меня. Сука, он еще лагает же. Там ржет, сука, втихушку. Шо, блядь, там, сука, всех вяжут прямо с машины, гандурасы. Сука, вы менты, масло. Я понять не могу, ты где находишься? Чё, блин, в мясе, сука, в бомжатни, блядь, бегаю, сука. С наручниками, блядь, как угодно, блядь, негра, сука, с самой дешевой машиной, блядь. Которая врезается во все подряд, сука, что видит просто нарочно, блядь. Еще все столбы с него всего раскрутило. Сука, у меня зимний мод вообще стоит еще. Только сейчас об этом вспомнил. Хэм, ВФК еще заходит и сигналит, сука, машина вся дымится сейчас. Убей меня. Взорви Please. Машину, взорви тачку. Плиз. Дропкил, вроде работает, а нет, нихера. Джейсон Росси. Балас. Чё делать ему? Балас. Хуй въебался просто наглую в лобовуху. Таксист прям аж это... Опиздархел, блядь. Сука, ты чё меня в мусарню везёшь? Ах, гандон, а! Офейси. Оф, ты чё? Нет, нет. Нет? Ницше? Уёбывай. Денег дам. Денег дам. Лучше б не дал. Сука, он ушел, а я в машине сижу, в kill me. А, аренда есть, все, Лёха, сейчас приеду. Kill me, ты должен меня убить, а если я сдохну? Ты, нет, если ты от моей руки умрёшь, то нет, нормально все будет. Я так, знаешь, один раз, короче, бомжа спас. А, был в банде, да стой, тихо, не перебивай. Был в банде, того, короче, в мэрии повязали уже, все. Я достаю, хопа, калаш. Все, я за косарь. Бомж думал, что я не дам косарь, но я дал ему косарь. Убивай. Мало пишет, сука, прихуевший. Еще. По губе сейчас дам, блядь. Так, Леха, все, я нашел бэху. Блядь, опять с бэхой развалюха меня раздражает просто нахер. Леха, я нашел бэху, все отлично. Взрывай. Сейчас тачку. Поедем летать на самолете. Ничего не знаем. Мне еще нужно. Хераунд, матрица, блядь. Перебомжуска.
Убивай ты уже, сука. Еще убивай ты уже. Еще один косарь, блять, ну сука. На лоха нарвался, думает, нахуй. На еще косарь. Еще косарь. Все, я дал косарь. Сейчас, блять, сука, вот, блять. Еще сейчас так все напишет. Убивай. Голова болит. Вот, все, пойти полечили, Слав. Убивай с руки. А прикинь, тебя убьют, и ты в тюряге все равно окажешься. Летачку взорви. Сука, он меня на пляж привез. В Санта-Марии, нет? Блять, конечно, чё, блядь, у них ума-то больше ни на какой пляж не хватит. Он самый красивый. Сука, кого он? Хуйня, особенно когда авторынок. Там авторынок, походу, слушай. Да? Ну-ка, сейчас посмотрю, да. Да, бля, нихрена не... Там много клистов, короче, там, значит, авторынок какой-то. Может, там какая-нибудь... Да, тренировка, сука. Не знаю. Уюблюдошный, сука, взять, не вылазь, ток. Пусть с нами тонет. Точно в Санта-Марии ты? Да мы все, мы тонем. Сейчас, например, ну я тогда еду на респу. Мы тонем, мы на днище, краком, зимоваком. У нас зимний мод еще, да, кстати. Давай, тони, сука, тони. Блядь, настолько медленно идет эта хуйня, что я просто успею попить. Ты на какой респе респишься? 6-го левела. Ебать. Че, блять, поверил, что ли? Нет, я просто врезался. Не думал, объебал уже лошару. Так, ну, было такое. В 2005-м. Стокгольм. Какой ты, блять, второй класс ходил? Еще тогда. Да блин, я вообще управлять не умею. А, это бэха же. Призыв в армию был, ну сука, там же еще мясо. А вон что, это... Кикнул всех на призыве опять, бомж какой-нибудь с краша пришел. Да нет, там, да-да-да, было. Блин, кстати, это опыт вообще личный. Где ты, бомж? Сука, тут Олег 5-5, и я такой сразу бабах, лицо одного очень знакомого нам Олега. Пока, мы тут драму разыграли. Драму не разыграли. Видимся в аду. Где ты, дебил? Ты на второй респе или на первой? Все, я сдыхаю быстрее, все, сейчас я сдох. Все, ты умер. Умер? Да, потрачено. Такой большая надпись, блямба, на мониторе. И где? И на респе, я свободен. А вот вижу бомжа, Алекс Такс. Сел быстро. Сука, Всеслув Васильев. Уезжай, ит 1-1-1. Ух ты, реально 1-1-1. Очень... Хуй, ты сносишь-то всех. Так, все, тише, едем. Менты, сейчас... менты, слава менты. Зима тоже, заметь. Нет, у меня не зима, я ее удалил. Потому что... Если бы я умел удалять зиму в реальности, я бы, сука, блять, бомжа за что покарал. Нет, я его не задел. Он прямо. Жалко, это было эпично просто. Сука, все сносит нас. Все столбы наши, это. Все столбы наши. Весел столбы наши. Сесл столбы наши. Стоп, я все правильно еду? И куда ты, блять, на Винводе заблудился? Так там, знаешь, как заблудиться, сука. Легко. Дома однообразные. Жопа однообразная, сука. Откуда знаешь? Тут паузу нажми, короче. Нет. Пидора ответ. Так я все равно обрежу. Обрежешь ты, блядь, еврей, что ли, сука, обрезание-то делать? Балопкунь. Яй. Сука. Да яички пощекотал, может. Ты ржешь, блядь. Сука, блин. Не-не-не, Лёха, стой. Попу потираешь, да, все равно на бумаге не было с ней. Да конечно, блядь, нахуй. Едь, блядь, и не пизди. Завтра в школе порешаю. Кого, вон у чувака оружие вообще было, сука, не боишься никого. А чё никого бояться со мной? Мы на бэхе, мы ж братва, сука, вам подрезают. По-любому урожаем по максимуму, сука, чтоб ты перевернулся. И проебал свои 54, а нет, ну 32 тысячи, я уже забыл. Стой, сейчас починимся и... О, скутер белый, сука. Уже смешно, да? В одиночестве стоит механик бедный. Волк, блять, одиночка, сука. Это просто фейло. За 50, подожди, за 50. За 50, 50. Суперпайр, давай. Все, за 50, реально. Нахуй, попросил за 50, как 10 тысяч, сука, сняли. Вообще игру удалил, нахуй. Серьезно говорю. Да, блять. Нет, самое главное, что доехать до самолетика. Тихо. Подрезай панчар, это тот самый пончик, сука, который у Марии хуесосился. Нет, не подрезал, сейчас подрежу.
Для танкистов. На скорость большую, он, видишь, медленно едет. Я бы подрезал. Да блин. Сука. На скорость большую сейчас разгоните. Он забыл, что он едет за личкой. Стой, стой. SNGK, сука. Еще раз. Давай быстрее там. Блин, я хочу на что-то наш. Уйдем. Блять. Сука, на построение торопится, хули. А я задним ходом, ну, камера сзади, я перед не вижу. У тебя все сзади. Куда сейчас воду, сука, у гандошишь нас? Ох. Бля, чуть воду надо было его. Прикинь, у него какой багет тюна был. Батрудинова такого слоила, смачного такого, блядь, жирного. Сука, за личкой же едет, давай мешать ему за личкой, сука. Хер ему, они личкой, сука, теру, чтоб не тащили. Там у Грува опять теры, наверное, там, сука, три как... А, нихера себе, пол... гетто, сука, отвоевали. Что тут розовые какие-то замки у меня стоят? Давай, подрезай его. Да я не буду его трогать. Пончик это святой, Лёх. Чем, сука? Блять, он третий раз пишет. Блядь. Он останавливается и пишет, понимаешь? И читает. Сука, но он, чтобы прочитать, останавливается наши ники. Ой, на коваре подписать. Хуярит просто. Настолько все лагает, что... Он, блядь, заидрахал. Да подожди, да подожди, давай, давай, да смотри, я знаю, как... ДБ. Да подожди, да я сам с этим справлюсь. Да, снимаю. А что, не получилось ничего, надо прыгать или как? Да ты рак. Просто. Куда? Сядь, напиши ему. Он сядь. В крови у меня. Он сидит? Да. Давай. Я прям это слышу. Во, надо прыгать, во. Все, давай, садись. Он не смайлик написал, обиделся, ебать. Обида. Ебаная, ты уж. Like a boss. Помню, как этого бомжа на лимузине возил, сука, реально бомжно. Я на лимузине его привозил на ферму, он всем писал лайк, да. Босс. Это было круто. Алексей, я не помню, куда нам ехать. А, да чё ты, бомжара такая, давай я руль тогда арендую, да поехали. Да, иди ты в жопу. Так, блядь, ты точно так же имеешь права потом водить его, это даже выгодно нам будет. Чё ты такой хуесос? Он и мне пишет, снимаешь. Слышишь, этот Кенни Блуд. Блонд. Так. И, блядь, в кости играют, что ли? Что? В кости играют. А, блядь, я что-то забылся. Тогда? На миллион, блядь. Задонатил там деньги, не знаю. 250 рублей. Это сколько? Это полмесяца без обедов, ты чё? Ну да. Где-то так. Молись, чтобы был самолетик. И он есть! Хуесос. Блядь, ты долбоёб просто. Нормально. Ты взлетать-то не умеешь, Олеган. Олега? Нормально. Ты умеешь взлетать-то хоть? Да, легко. А ты умеешь, блядь, сделать так, чтобы я, да, блядь, сел на пассажир? Да, иди на берег, дебил. Иди, блядь, в пизду. Че ты агришься сразу, школьник? Я, может, просто неразвитый, там, какой-нибудь дегроагрегатор, сука. Нет, лишь бы сейчас не кикнуло. Да тебя, блядь, сука, тебе FPS надо понизить, болван обоссанный. Ты на берегу в синем платье? Умеешь FPS понижать, сука. А ты стоишь на берегу в синем платье. Пейзажа краше не могу пожелать я. Суки. И распахнув свои шальные объятия. Сейчас попробую. Ласкает нас морской прибой, бой. Он, понимаешь, а он впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. Я готов расцеловать город Сочи. Все, за то, что свел меня с тобой. Ой. Сука, сейчас зарубишь по-любому. Я тебя, бля, выебу. Сел, быстро. Куда она? Ой, сел, бля, быстро. Сел? Да сел, я в водичку укатила меня. Куб-куб, ёб твою. А чё ты не сел? Так ты, бля, загоняйся выше. А во, я сел. А у меня он что-то не заводится. Заводи. Не заводится. Ты чё, ёбришь, что ли? Отвечаю, ну-ка, давай. Кого? Чё ты встал? Так не заводится. Что, может толкнуть выйти? Погоди. Ой, ёбрк. Тихо. А во, всё. Во, блядь. Назад сдавай и посюда взлетаешь. Прямо. А, ну ты можешь, я, уже, можешь я уже... Я не буду взлетать, Лёха. Можешь уже взлетать. Можешь я всё. Прямо жми. Прямо жми по берегу. Ты не умеешь взлетать? По берегу я не буду. Ну-ка, блядь, лицензия, подожди. Сука.
Давай, едь, сука, там от земли быстрый разгон пойдет. Что ты мне мозги? Какой-то я посюда и говорил, что ты мне. Объебываешь меня, блядь. Взлетай, жми, сука. Ху ты творишь-то? Обоссал тебя, мало просто. Так выйди из него. И за кем хуя мне оттуда выходить? Мне может охуенно тут сидеть, блядь. Меня кипнуло, говнище ты, блядь. Ты умер? Иди, наверное, сам летай там. Не, сейчас прилечу за тобой, брат. В одиночестве, блядь, своим обоссанным. Так иди, сейчас прилечу за тебя. Лети. Сейчас. Белая стрекоза любви, ты ко мне лети. Подынч. Сука, ну вот я в тюрьме из-за тебя, почему-то. А почему я перезашел, меня в тюрьме, я что-то как-то...